Город полон мест, которые мы считаем обычными. Мы в них живем, работаем или учимся, и ничего о них не знаем. Не знаем ценности этих мест, не знаем своих соседей. Идея проекта – открыть для горожан одно такое пространство. Объединить их усилия в том, чтобы сделать его интереснее для себя и для других жителей. Этот проект дает ощущение, что ничто не умирает. Ни человек, ни здание, ни место. Каждый из нас может почувствовать себя частью исторического культурного контекста. Я хочу, чтобы студенты университета узнали историю города, чтобы они помогли нам исследовать ее, чтобы полюбили город, в котором они живут или в который приехали. У каждого свой мир и своя история. Я хочу раскрыть историю каждого и посмотреть, насколько она красива и разнообразна. Здорово, если люди поиграют в историю города и станут друг другу ближе, не только к своим знакомым, но и к персонажам прошлого. Когда я оглядываюсь в прошлое, я понимаю, что этот город создан мечтами и энергией отдельных людей. Но ведь и мы когда-то станем историей. Этот проект позволит людям остановиться и понять, какие роли они выбирают и что они оставят после себя. Ведь каждому поколению есть что сказать.